Здравствуйте, уважаемые друзья! Не забывайте делиться своим мнением в комментариях, а также подписаться и поставить лайк. Молодые люди были счастливы в своих отношениях, но страшное происшествие перевернуло всю их жизнь. Машина влюбленных попала в ДТП, мужчина вылетел сквозь люк, а его девушка осталась внутри, пристегнутая к сиденью. Автомобиль несколько раз опрокинулся, а когда остановился, крыша оказалась внизу. Девушку удалось спасти, но врачи сообщили неприятную новость. Молодые люди познакомились в университете в штате Миссисипи. На последнем курсе они поняли, что любят друг друга, и решили узаконить отношения. В день всех влюбленных пара возвращалась домой с вечеринки. В их автомобиль въехал транспорт, за рулем которого сидел выпивший водитель. Удар был сильным, и машину несколько раз перевернуло. Джеймса спас люк, он моментально вылетел из машины. Анна сидела пристегнутая и долгое время оставалась в машине. Травмы девушки оказались серьезными. Сломана шея, руки и ноги парализованы. В свои 24 года Анна останется инвалидом и будет передвигаться на кресле. Не унывать и идти на поправку Ане помогла мысль о предстоящем торжестве, ведь скоро она должна стать женой. Несчастный случай не повлиял на дату свадьбы. Джеймс не оставил любимую в беде. Много времени он проводил с ней в больнице. Свадьба прошла так, как и планировалось. Пережив все трудности, молодожены выглядели счастливо и все так же друг друга любили. Свадебный наряд Анны поразил Джеймса. «Как только я увидел ее наряд, это было нечто. В миллион раз лучше, чем я ожидал», — поделился жених. Он по-прежнему считает ее самой красивой. А что об этом думаете вы, пишите в комментариях. Обязательно делитесь этой записью с родными и близкими. До встречи в новом видео.